Я чувствую себя прекрасно. Вторая золотая медаль. Я очень хорошо готовился сюда, в Пекин. И мои старания оправдали себя. Я хорошо пострелял в квалификацию и довольно неплохо выступил в финале. Но есть над чем работать. Очень спокойно себя чувствовал. Я старался подготовиться получше. Чуть-чуть совсем не получилось. Одну девятку попал. Но много хороших выстрелов было в центр. Да, я последний выстрел сделал чуть-чуть быстрее и попал 10,3. Это совсем не давало мне преимущества, но Янг ошибся и отдал мне золото, можно сказать. После этого кубка будут тренировки, чемпионат России, Кубок России и готовиться к чемпионату мира. Конечно, всем привет в России. Спасибо, что болели.